Всем привет! Пришла посылочка из Китая. Добиралась она долго. С новогодними праздниками. Здесь такой у меня инструментик. Точнее, наверное, помощь для инструмента. Это у нас фирма Jacami, если правильно называю. GM X4. Типа в виде часов. Магнитный держатель такой. Как заявлен был продавцом, что это оригинал. Позже проверю код. Здесь код у нас указан, заделан. Так что проверю. Такой картонной коробочки. Цена около 250 рублей. Самое главное, чтобы это был оригинал. Надо будет проверить в комментариях, если кому надо, будет напиши. Здесь, в принципе, инструкция указана, что как все делать. В принципе, здесь разобраться будет несложно, поэтому посмотрим сразу, что это такое. Здесь пленочки никакой нету, типа кармашки такие, ячеечки для мелкого инструментика. Металлический туда сюда норовит ускочить. Размерчики. Сейчас посмотрим, кому интересно будет. Ну, самого полотна, вот так если взять, почти 4 сантиметра. И здесь у нас почти 5 сантиметров. Крепление, в принципе, такое стандартное достаточно. Сейчас у многих часов такие, смарт-часов делают, браслетов. В принципе, резина неплохого качества для такого инструмента. Здесь у нас получается пластик. Такой жесткий, очень крепкий пластик. Вот так с часами примерно смотрится. Сяомиевскими. Ну, попробуем снять, надеть. Насколько это будет удобно. Наверное, надо сначала застегнуть, потом под низ. Ну, ладно. Не суть. Ну, у меня рука, я бы сказал, среднего размера. На очень большую руку, наверное, не пойдет. Сейчас померяем длину эту полностью. Ну, в принципе, наверное, достаточно будет удобно работать. Вещи держатся. То есть они здесь намертво. Спадать они точно не будут. Их, наверное, вот сюда можно так, таким положением еще и сдвигать. Достаточно удобно, кто много работает, или как-то, может быть, на высоте, или что-то такое неудобно держать. Но вот, мне кажется, длины вот этого будет маловато. Ну, вот так, смотрите, здесь мне отсюда, если брать, 20 сантиметров. Здесь, наверное, 25 будет сантиметров. Кому как, по мне так, мне кажется, будет маловато на очень большую крупную запястье. Хотя нет, на крупное, наверное, все же будет нормально. Это если очень-очень-очень крупное. Так что вещь такая достойная. Проверю код. Цена, ну, в принципе, не очень большая цена. Так что, если будут вопросы, задавайте. Подписывайтесь. Отвечу. Здесь логотип написано какой-то мировой. Ну, что. И моделька X4. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока-пока.